54 серия. Братцы, давайте выпьем. Выпьем, ваше здоровье. Давай. Циньян Смута. Хорошее время, чтобы напасть. Замечательно. Вы нетерпеливы, мастер Лэй. Я боюсь, как бы в этой смуте Циньян не обезлюдил вовсе. Не думаю, что вам нужен пустой город. Вы не правы. Видеть, как враги убивают друг друга в проклятом судьбой городе, забыв о чести князей и достоинства царя степей, превращаясь в животных. Разве это не лучшая месть? Понимаю. Но мое терпение не бесконечно. Уже скоро мои волки будут пировать в северной столице. Чтобы услужить вам, я сделаю кое-что еще для вашей победы. Дахаса, выпей. Может, нам больше не доведется выпить вместе. Царь-волк не смягчится. Как только шобеи войдут в северную столицу, Циньян перестанет существовать. Все в городе погибнут. А я обещал твоему отцу сохранить Циньян. Нет. У нас еще есть шанс. Мой дед, царь Циньдахань. Нет, Асулэ, освобождать его очень опасно. Я знаю. Но только он побеждал царя волка. Я попробую. Асулэ, он не такой, как ты. Когда его кровь кипит, он не управляет собой. Как-то раз он убил жену, твою бабушку. Я не хотел тебе это рассказывать. Поэтому твой отец и заточил его много лет назад. Он знал, что вернувшись, ты захочешь увидеть царя Циньдаханя. Поэтому приказал мне спрятать его в другом месте. Потому что знал, если освободишь деда, степи утонут в крови. Дахаса. Если мы этого не сделаем, в земле Хань больше не будет племени Циньян. Прошу тебя, отведи меня к нему. Дахаса, ты точно помнишь дорогу? Мы почти пришли. Гора Туньюнь на перевале у северной столицы. Прежде я молился на горе Туньюнь за Циньян. Прошлой весной я вырыл здесь пещеру.
Специально для твоего деда. Раз в 5 дней мой ученик приносит ему еду и воду. Даже твои братья не знают, что он здесь. Асуле! Асуле! Да, Хаса. Вот мы и встретились. Мастер Лей, ты снова в Северных Землях? Чего ты хочешь? У меня важная миссия. Устранить из Северной столицы последнюю угрозу для Царя Волка. У Чэнь-Юэ и впрямь жадные ручонки. Неужто восточного вам недостаточно? Нам было предсказано. Следующий владыка земель Хань будет не из Циньян. А мы должны служить новому владыке. Помочь ему в его свершениях. Кто может предсказать будущее народа? Даже я, Дахаса, не могу. Мастер Лэй, не болтай о пустых предсказаниях. Зачем ты пришел на самом деле? Я знал, что ты не поверишь. Верно. Простым людям не предсказать будущее народа. Но небесную мудрость нельзя недооценивать. Зеркало? Это не зеркало. Это Дахаса из племени Циньян, шаман Чао де Ладзи. Как это имя связано со мной? Это не твое имя. Это его имя. Посмотри в зеркало. Ты увидишь себя. О чем ты, мастер Лэй? Это только мое отражение. Только тень. Ты ничто. Дахаса. Шаман Чао де Ладзи. Он в твоих руках. Хочешь, я спасу тебя от смерти.
Морок. Ты меня не достанешь. Это просто сон. Неужели? Разве эта боль не разбудила бы тебя? Хватит. Пора заканчивать. Ты исполнил свое предназначение. Остальное сделаю я. Не трогай Асуле! Не смей ему вредить! Не противься мне. Я разгадал тебя, Морок. Ты лишь притворяешься сильным. Шаман Чао де Ладзи, будешь противиться, умрешь. Пусть я не смогу тебя остановить, но я помешаю твоим планам. Что ж, Дахаса из племени Циньян. Очень жаль. Не нужно было идти против судьбы. Наследник, вы не рады меня видеть? А я счастлив вновь встретить вас. Где Дахаса? Что вы с ним сделали? Шаман Чао де Ладзи был хорошим противником. Как жаль. О чем это вы? Что случилось с Дахасой? Он погиб, защищая вас. Я похоронил его у горы Тунъюнь. Наследник! Наследник! Когда же вы остановитесь? Чего вы хотите? Я хочу сказать вам, что глупо бороться со своей судьбой. Мастер Лэй, Государь Волк приказал вывести парня отсюда. Мальчишка из рода Пасуэр. Словно ягненок, пойманный волками. Если хотите меня пытать, начинайте. Для чего мне тебя пытать? Шагай! Живо! Живее! Скорей! Убей их. Я не стану. Если я их убью, им будет только больнее. Царь Волк. Они и так слабы. Отпустите их. Шагай! Живо!
Нет! Залезай! Стойте! Стойте! Нет! Стойте! Отпустите их! Скажи-ка мне, ты признаешь, что в твоих жилах течет кровь Севера и завоюешь Циньян? Или так и будешь смотреть, как циньянцы подыхают перед тобой? Отпустите их! Отпусти! Волк никогда не отпустит добычу. Смотри на меня! Ты же мужик. Что ноешь, как баба? Вставай! Бери свой меч. Увести его. Да. Я нашел эту клетку в пещере на ваших землях. Твой отец приказал кузнецу заколдовать ее. Хорошенько ее укрепить. Назвал ее тюрьмой драконов. Она должна сдержать то, что нельзя усмирить. Доблестные воины рода Пасуэр, вы правили степями с помощью своей бронзовой крови. И лучшее наказание для вас — заставить платить за свободу. Луна растет. Скоро полнолуние. В полнолуние сила Луны разольется по всей земле. И в твоих жилах закипит кровь. Если тогда ты не захочешь умирать, возьми меч и убей своего деда. Нет. Я не сделаю этого. Ну, как знаешь. Но выживет только один из вас. Так закончится легендарный род Пасуэр. Жаль только, что Гуолэйр этого не увидит. Это бесполезно. Тюрьму драконов мастер с Восточного выковал из остывшей лавы. Она не расплавится даже в жарком пламени. Ее разобьет лишь клинок, несущий в себе душу.
Дедушка? Я думал, ты попытаешься мне снести голову. А ты топишь меч о железную клетку. Ты меня позоришь. Я не стану убивать своего деда. Не сейчас, никогда вообще. Я ваш внук, Люй Гуйчэнь. А не злобный демон. Значит, ты жалкий трус. Внук, в жилах которого течет бронзовая кровь. Дед, которому скоро умирать. Если выжить может лишь один из нас. Разве ты не понимаешь, кто должен умереть? Так поступать нельзя. Мы сможем выбраться вместе. Мы живем в жестоком мире. В этом мире даже боги злые демоны. Ты зря вернулся в землю Хань. Тебе здесь не место. Лучше бы ты остался на Восточном. Там трусам самое место. Пришла старшая принцесса. Казначей У Мао Син дарит принцессе драгоценный нефрит. Министр иностранных дел Ю Ю Цин дарит вазы из белого и голубого фарфора. Государь Сятан Бай Ли Мо Янь подносит приготовленное им вино из сосны и лотоса. Царство Чувей. От царства Чувей ничего. Ваше высочество, пришла принцесса Сяо Джоу. Пригласить Бай Джоу Юе. Подданная Бай Джоу Юэ передает поздравления от государыни Чувей Бай Шунь. Простите за опоздание, тетушка. Незаконно рожденная, кто пустил тебя на мой праздник? Думала, ты не посмеешь приехать в столицу. Царство Чувей – просто логово бунтовщиков. Но раз ты пришла, я расскажу тебе. Почему ты умрешь?
При жизни покойного императора ты, пользуясь его мягкостью, сеяла между нами вражду. Ты – причина столичной смуты, и это первая вина. Во время битвы при Шаньян ты и Лю Гуйчен скрывались у Инуи. Сотрудничество с врагом – вторая вина. Не так давно государь Сятан погиб. Ты сговорилась с Циньян, и это третья вина. За эти преступления ты должна умереть трижды. Ты понимаешь это? Тетя, я вежлива с вами, потому что вы старше меня. И из уважения к покойному императору. Я никогда не желала восставать против власти. Но вы трижды обвинили меня в этом. Я покажу вам лишь одну вещь. Это завещание покойного императора. Кто бы мог подумать, что принцесса Сяоджоу найдет такую армию. С этого дня начинается новая эпоха. Помнишь, о чем мы мечтали 20 лет назад? 20 лет назад мы жили в столице. Вели жаркие споры о том, как улучшить старый мир. Но теперь мы сами состарились, так ничего и не изменив. Но теперь твоя ученица воплотит наши идеи в жизнь. Только вот, цена уж очень высока. Здесь четко написано, что император передал свою власть мне. Почему бы вашему высочеству не преклонить колени перед государыней? Омерзительно. Ты подделала завещание. Стража, схватите ее. Принцесса? Пусть принцесса Сяоджоу закончит свою речь. Если казните ее сейчас, как после, убедите всех в своей правоте. Верно. Нужно все узнать. Я опровергну все три обвинения тетушки. При жизни императора вы забрали себе всю власть, потому что были его теткой. Брат был вашей марионеткой. Вы не уважали его. Он хотел править сам, но вы сговорились с Чин Юэ. Не это ли причина смуты в столице? Наглая ложь! В битве при Шаньян Чин Юэ атаковали нас. Если бы мы проиграли, мир погрузился бы в хаос. Но вы заботились лишь о себе. Ваши войска перекрыли нам пути отступления. Как после этого вы можете править? Стража, убить ее! Когда я приехала в столицу, она показалась мне огромным злым монстром. Я не знала, когда она меня сожрет. Постоянно просыпалась от кошмаров. Только брат мог защитить меня. Я и не знала, что он уже поглощен этим монстром. Все хотят приехать в Тяньцы. Только я все пыталась быть подальше отсюда. Но теперь я понимаю. Я сама виновата. В городе нет ни зла, ни добра. Они в сердцах людей.
чтобы город не сделался монстром. Нельзя отдавать его в руки злых людей. Им нельзя отдавать. И весь мир. Ваше Высочество, прошу, следуйте за мной. Имя рода Бай навсегда останется в истории. Только Байлинбо будет навеки забыто. Нинцин. Где мой Нинцин? Нинцин! Ваше Высочество, вы забыли? Ваш Нинцин умер, когда вы бросили его. Сейчас перед вами Государь Сятан. Байли Моянь. Сятан всегда выбирает победителя. Думаю, вы знаете это правило, принцесса? Нинцин, я могу отдать тебе все. Мы можем вместе править в столице. Огромная столица всегда привлекает взоры завистников. Такой, как вы, ни за что не удержать столицу. Я подготовил для вас пилюлю вечной юности. Надеюсь, принцесса, вы не отвергнете ее. Все эти прекрасные годы ты был рядом со мной. И теперь ты тоже рядом со мной. Ты мое благословение. И ты моя погибель. Нинцин, я проглочу ее ради тебя.
Байли Моянь приветствует государыню. Приветствуем государыню. Сиди. Иначе снесу тебе башку. Дедушка, вставай, чего ты спишь? Ты должен уйти отсюда, сегодня же. Соберись силами. Будь словно дикий зверь. Когда тебя преследуют охотники, 3 дня и 3 ночи не спи и не ешь. Беги без оглядки. Лишь так ты сможешь выжить на поле боя. Но как же нам выбраться? После скажу. Кое-чему я должен был научить тебя года назад. Но ты слишком слаб. Если в твоих жилах течет бронзовая кровь, ты все равно вступишь в битву. Тебе придется быть воином. Сегодня я научу тебя последнему приему дапи. Следи за моим запястьем. Может быть, у тебя больше не будет шанса посмотреть. Этот прием состоит из одного непрерывного движения. Он дается только воину с бронзовой кровью. Потому что только наши кости и мышцы в состоянии вынести такой удар. Ты должен вложить в него все свои силы. Ни шанса не оставить противнику. Любое оружие врага будет тобою отбито. Когда наносишь удар, слушай свою кровь. Не сомневайся и не бойся. Крепко запомни это. Нет. Если не сделаешь так, то сегодня ты здесь погибнешь. Пусть я умру. Я не желаю быть чудовищем. Ладно, тогда отправляйся в ад! Ты не такой, каким должен быть сын нашего рода. Но, дитя, ты удачлив.
Будь же счастлив.